Всем привет! Это видео «Как подготовиться к математической грамотности ЕНТ». Видео будет абсолютно без воды, краткие и самые эффективные и нужные советы. Оставайтесь со мной. В этом видео также будут приведены основные темы в мат-грамотности. Во-первых, решать как можно много больше тестов. Решала в свое время тестник, желтый тестник, очень распространенный желтый тестник, очень сильно помог. В интернете очень много в свободном доступе тестников по мат-грамотности, много задач на логику, и они мне тоже помогли. Мат-грамотность — это единственный предмет, который был для меня самым сложным при подготовке к ЕНТ, поэтому я уделила на него особое внимание, я поставила в приоритет мат-грамотность и решала очень много тестников и задач на логику. Затем самое главное — проанализировать свои ошибки после решения тестов, повторить эти темы, потом снова себя проверить подобными тестами. Я бегала за своей училкой по алгебре, по математике, спрашивала у нее все непонятные темы, и она мне очень помогла. Вам тоже советую спрашивать у своих учителей, они вам все объяснят. Когда решаете тесты, сразу нельзя сверяться с верными ответами. И все правильные ответы тоже нельзя сразу запоминать. В математике вообще не нужно ничего зубрить и учить правильные ответы. Это вообще абсурд просто. Нужно просто вникать в суть задачи, включать свои мозги. Нужно смотреть на ключевые моменты, уловить их смысл и логику. Самое главное, нужно обратить внимание на частицы «не». Укажите неверный ответ, в каком варианте не указан и так далее. Мы часто ошибались, торопясь, читая неправильно, читая, не вникая в вопрос. Поэтому очень внимательно, дважды, трижды прочтите вопрос, прежде чем приступать к решать. Какие основные темы нужно учить, чтобы сдать мат-грамотность? Приведу основные темы, но это не значит, что только этими темами нужно ограничиться. Степенные выражения и их преобразование. Я вам советую приложение PhotoMath, где вам пошагово, хоть и не по системе Министерства образования Казахстана там объясняют, но все же там основные моменты они могут объяснить. Когда нажимаете на решение, показать решение, там выходят поэтапные решения и объясняют. Свойства арифметического корня, действительные числа действия с ними, функции и их свойства, уравнение неравенства и их системы, решение текстовых задач на проценты, арифметическая и геометрическая прогрессия. Это основные темы, но это не значит, что только эти темы будут на мат-грамотности. Нет. На этом мои краткие, но очень эффективные советы закончились. Самое главное, не теряйте время, практикуйте, практикуйте, еще раз практикуйте. С вами была я, РСТ. Не обязательно, но очень желательно поддержать мой канал. Всем пока, спасибо за просмотр.